Добрый день, уважаемые зрители. В 17 часов 30 минут московское время. Начинаем наш внутренний анализ по валютному рынку. Вижу, что ваши плюсики пошли. Понимаю, что все нормально с трансляцией. Тогда открываем наш экономический календарь. И давайте вспомним, посмотрим, какие индикаторы, какая статистика, что должно было бы опубликоваться после последнего нашего аналитического обзора. Сегодня уже четверг. Давайте посмотрим, вспомним, какие индикаторы были опубликованы вчера. Вчера после нашего обзора были опубликованы розничные продажи, это по Мексике. Значит, решение Банка Канады по процентной ставке. Они ничего не изменяли практически. Ключевая процентная ставка осталась. Тут не было каких-либо сомнений. Было опубликовано сопроводительное заявление Банка Канады. Тоже доклад Комитета по монетарной политике, который публикуется ежеквартально. Давайте посмотрим на страничке Банка Канады, практически, что было опубликовано вчера. Значит, вот страничка Банка Канады. Одну секундочку, немножечко уменьшу. Так, инфляция практически была, видно, что где у нас монетарная политика. Вот практически вчера, что было опубликовано, решение и заявление практически во время вот этого вчерашнего решения. Уважаемые зрители, в самом конце было написано, что наиболее правильный курс монетарной политики сохранить ключевую процентную ставку на текущем уровне. То есть, чтобы практически сохранить процентную ставку на уровне 1%. А раньше несколько заявлений в добавление к этому, здесь было еще одно изречение, практически банк сохраняет свою нейтральную позицию, нейтральное видение по отношению процентных ставок. То есть тогда было еще одно дополнительное изречение, что банк смотрит, Центробанк Канады смотрит нейтрально практически на повышение и на снижение по процентной ставке. И там было написано, все зависит от экономической статистики. А здесь практически этого убрали, и практически это вызвало некий мощный сюрприз для финансовых участников. Почему? Потому что здесь было написано, что инфляция, которая в Канаде, выросла чуть быстрее, чем ожидалось во время протокола, во время доклада, который был опубликован в июле. То есть мы знаем, что это эти ежеквартальные доклады, то есть инфляция повысилась чуть быстрее, но зато здесь написано, что ВВП ожидается, что не будет так быстро расти, как ожидалось раньше, так что экономические индикаторы немножечко противоречивые, но в целом вот это изречение, которое было убрано по нейтральному видению банка, спровоцировало такое сильное падение по паре доллар-канадский доллар в это время. Практически имеется в виду, что канадский доллар именно из-за этого вырос. Если это понятно, видно, ставим свои плюсики, и мы практически идем дальше. Жду вашей реакции. Давайте я с целью открою пару доллар-канадский доллар, все-таки, чтобы мы посмотрели, как вчерашнее решение повлияло. Вот практически... Давайте я вот эту безработицу, вот эту линию уберу, которая нам показывала безработицу. Вот этот восходящий канал, который мы рассматривали до безработицы в США, тоже убираю. Оставляем только вот эту формацию, по которой торгуем по паре доллар-канадский доллар. И давайте посмотрим на мелких фреймах. Вот очень такое быстрое движение было вниз. То, что мы увидели вчера, это было во время нашего обзора. Мы тогда сказали, ровно в 6.00 не надо торопиться, скорее всего после самой конференции Банка Канады ситуация может развернуться в противоположную сторону, и практически так и произошло. Пара доллар-канадский доллар развернулась в противоположную сторону.
Сейчас мы практически находимся на самой середине практически вот этого движения, и финансовые участники пока еще не могут определиться по канадскому доллару, что должно быть дальше, вверх, вниз и так далее. Почему? Потому что возвращаемся к нашему календарю, и вот вчера должно было бы быть вот это выступление главы Банка Канады, должна была бы быть вот эта пресс-конференция, практически в известной степени все это пропало. Надеюсь, вы читали в новостях, уважаемые зрители, вчера в Оттаве, то есть в Канаде, в этом городе в Оттаве, была стрельба, милиция и так далее, и практически они отложили вот эти выступления. Практически вчера их не было. Если это понятно, ставим свои плюсики, то есть финансовые участники, инвесторы не получили какой-либо информации. Почему? Потому что этих выступлений не было. Так что нам сейчас нужно работать как-то практически без таких выступлений. Есть единственное вот это вводные слова Стивена Полза, практически, которые были опубликованы в 16.00. Здесь было написано четко и ясно, что мы убрали нашего forward guidance, то, что было раньше, с целью. И вот все ожидали, что они будут практически во время публичного выступления смогут прокомментировать, почему они убрали вот этот forward guidance. Но вот практически этого выступления вчера не было. Так что, уважаемые зрители, здесь практически вот какова ситуация. Идем дальше. Я, если честно, выступление члена комитета по монетарной политике Мартина Уэйла практически нигде не нашел. Не знаю, что он вчера вечером говорил. Утром выступал Глен Стивенс, он вообще не говорил по монетарной политике, так что его выступление никак не было связано с курсом или вообще с австралийским долларом. Это практически незначительно для нас. Инфляция по Новой Зеландии снижается. Если кто-то торгует по новозеландскому доллару, будьте начеку, идем к нижнему порогу. Это плохо для новозеландца. Рано или поздно, мне кажется, что валютная пара, например, новозеландский доллар будет сильно снижаться. Лично, по моему мнению, в долгосрочной перспективе. Так, утром индекс уверенности в деловой среде Национального банка Австралии вполне нормальный. Хороший индикатор вышел по Китаю. Они оказали маленькую поддержку австралийцу. Но все-таки это такие второстепенные индикаторы, о которых мы говорили, что они могут оказать поддержку австралийцу внутри дня, приблизительно в это время, когда они публикуются. После этого вряд ли они будут существенно влиять на австралийский доллар. Индикаторы по Европе, вот эти важные PMI, давайте мы их обсудим, потому что они очень важны для европейской валюты. Слабые, очень слабые индикаторы по Франции, но мы сами знаем, что Франция практически в достаточно тяжелой экономической ситуации в последнее время. Именно эта экономика одна из слабейших, из ключевых в Европе сейчас. Зато практически есть маленькое улучшение по безработице по Испании. По Германии индикаторы были вполне приличными. Видно, что этот индикатор в производственном секторе вошел в фазу экспансии выше 50, но зато сектор услуг практически снизился ниже предыдущего значения, ниже ожиданий. Но в целом индикаторы нормальные по Германии, можно сказать, что нейтральные. Общие по Европе, все из них практически зеленые, то есть понятно, что выше предыдущих значений, выше ожиданий, то есть это был некий позитив для европейской валюты. В целом вот эти PMI, если мы их в общем рассмотрим, я скорее всего могу сказать, что они нейтральные. Нельзя сказать, что они хорошие, нельзя в целом, потому что французские слабые. Нельзя сказать, что они плохие. Скорее всего нужно сказать, что они нейтральные. Именно потом на графиках обсудим, как это может влиять на евро. Очень слабые индикаторы по Британии. Розничные продажи практически в месячном выражении снижаются, в годовом меньше ожиданий. Одобренные ипотечные кредиты снижаются, число, оно достаточно высокое, но оно снижается. И то, что я еще в добавление хочу сказать к вчерашним минуткам, там было написано, что видно, что мыльный пузырь, который был на рынке жилья в Британии, успокаивается. Именно вот эти одобренные ипотечные кредиты, практически число начинает снижаться. Спрос на жилье в Британии начинает снижаться. Это все из-за
увеличении требований по выдаче кредитов, то, что Банк Англии принял летом. И они сказали, вот видно, что за последние 3-4 месяца вот эти требования, которые мы повысили, достаточно хорошо работают. Они ограничивают уже вот этот мыльный пузырь, который был. Так что это еще один фактор, который указывает, что вряд ли Банк Англии будет торопиться с повышением ставкой из-за рынка жилья, то, что было в 2013 году. Данные слабые, плюс отчет CBI по изменению объема промышленных заказов минус 6, то есть видно, что британец практически будет все больше слабеть. Я имею в виду не то, что он сейчас обрушится против всех валют, но против доллара практически потихонечку может отступать. Идем дальше. Хорошие индикаторы сегодня вышли по первичным и вторичным заявкам на пособие по безработице. Почему все-таки значение на неком локальном минимуме, на хорошем минимуме, ниже уровня 300? Если мы сейчас зайдем на страничку статистического бюро США, мы можем увидеть, что вот это число 283 из-за учета сезонные коррекции, без учета сезонной коррекции оно снижается, и думаю, что на уровне 257 или вообще намного ниже даже ожиданий, ниже даже предыдущего значения. То есть хорошие индикаторы. Индекс цен на жилье тоже повышается на 0,5% в месячном выражении в США за месяц августа. Это хороший индикатор для рынка жилья и, конечно, для американской экономики. Более такой второстепенный индикатор от Market опубликуется сегодня в 17.45 или через 3 минуты. И хороший интересный индикатор сегодня еще это индекс опережающих индикаторов. Плюс по США, по Европе уровень доверия потребителей. Других индикаторов нет. Завтра это по Новой Зеландии торговый баланс. Два индикатора по Китаю, которые внутри дня могут, или в это время, точнее, имею в виду, повлиять на австралиец, но не долгосрочно. Потом розничные продажи по Италии, индекс потребительского доверия в Германии, это будет интересно практически для европейской валют. И вот ВВП за третий квартал, это предварительные данные по Британии. Этот индикатор будет завтра очень важен для британского фунта, если и он будет плохим, то фунт может действительно потерять достаточно сильно после вот этого индикатора. Если индикатор будет приблизительно в соответствии с ожиданием, фунт все-таки останется под таким настроем, который он получил на этой неделе. Но если индикатор будет мощным, это может оказать, то есть выше вот этого значения, выше предыдущего, это может оказать поддержку, соответственно, британскому фунту. Какие у вас вопросы, уважаемые зрители? Конечно, после этого будет наш следующий обзор. Но, если честно, там есть всего лишь один индикатор продажи новых домов, который является тоже очень важным в текущей ситуации для американского доллара. Вчерашняя инфляция по США вышла вполне приличной, чуть выше нейтрального значение для американского доллара, то есть мы сказали еще вчера, что она поддерживает американский доллар, потихонечку должна его подталкивать вверх. Вижу, что вопросов нет, я тогда открываю торговый терминал МТ4 и смотрим, что у нас есть. Долларовый индекс. Мы вышли практически из вот этого нисходящего канала, из вот этого замедления практически, которое было по росту долларового индекса, вот как он выглядит на дневном фрейме. Давайте я вот эти линии все-таки оставлю только на 4-часовом фрейме. И, скорее всего, там на мелких фреймах. То есть видно, что практически статистика по США, которая вышла, оказала поддержку долларовому индексу, соответственно, доллару. И он сделал прорыв. Сейчас будет интересно, как повлияют практически и эти последние индикаторы, которые публикуются сегодня, и, конечно, продажи новых домов завтра по США. Если индикаторы будут хорошими, мы поднимемся чуть выше вот этой вершины, то есть потихонечку начнется позитив по доллару. Если это понятно, ставим свои плюсики. Конечно, это зависит от этих индикаторов, которые публикуются сегодня и завтра. Инфляция оказала поддержку, чтобы мы вышли из этого канала нисходящего, но чтобы рост был более сильным или более вялым, зависит сейчас от второстепенных индикаторов по США. Евро-доллар, схожая ситуация, вспоминаем то, что мы обсуждали.
Вот как выглядит пара на часовом фрейме. Она вышла из этого, восходящего канала. Он нисходящий по долларовому индексу. Здесь он восходящий. Вспоминаем, почему. Из-за хорошей инфляции по США, из-за того, что все-таки появилась новость, что ЭЦБ запустил программу выкупа активов, хоть не ясно, каковы там параметры вообще. Мы говорили, имейте в виду, уважаемые зрители, здесь на уровне 26.30-40, вот эту зеленую линию, которую ставили в понедельник, вчера тоже, будет поддержка для европейской валюты. И действительно так произошло. И практически оказывается, что сегодняшние индикаторы PMI не предоставили возможность для того, чтобы пара сделала прорыв вот этого ключевого уровня. PMI по Европе были вполне нормальными. Сегодня есть всего лишь два индикатора по США. Они не очень существенные для американского доллара. Индекс опережающих индикаторов, который в 18.00, более важен. Но, конечно, уже будем смотреть, что завтра будет по продажам новых домов. Если индикатор завтра будет хорошим, то может произойти действительно реальный прорыв. И тогда мы потихонечку будем идти к вот этой предыдущей впадине 1.25. Но если статистика сегодня и завтра по США будет слабой, то тогда мы можем чуть-чуть еще подняться и дойти практически вот до вот этой точки выхода из восходящего канала. Если это понятно, ставим свои плюсики. Тут в любое время, если появится некая конкретика по программе выкупа актива в Европе, может произойти очень сильное движение, как и вверх, так и вниз. В общем, мы знаем, что настрой по этой валютной паре вниз, то есть из-за позитивного настроя по доллару. Конечно, в любое время вы должны понимать, что некое форс-мажорное событие может выбить вот эту пару из нормальные тенденции, так что будьте начеку за новостями. Фунт. Мы увидели, что практически статистика слабая по фунту, нет причин для некого роста по фунту сейчас в краткосрочной перспективе. Единственное, вспоминаем, завтра публикуется ВВП по Британии. Если ВВП по Британии будет очень, очень хорошим, мы можем снова попытаться протестировать вот эти вершины. Если ВВП по Британии будет нейтральным, скорее всего, будем двигаться вот в этом диапазоне здесь, приблизительно между этими вершинами и между этой впадиной. Но если ВВП завтра в Британии будет плохим и разочаровывает инвесторов, то мы спустимся ниже вот этой впадины, то есть закроем вот этот сентябрьский гэп. Так что ВВП завтра по Британии очень важен для фунта. Если он будет очень плохим, мы закрываем вот этот гэп сверху вниз. Тут нет никаких сомнений. Почему? Потому что мы знаем, что единственное ВВП сейчас предоставляет некий позитив для фунта. Хорошая статистика, которая была по ВВП. Даже и в минутках было написано, что ВВП достаточно хороший, что британская экономика в стабильной форме. И если это действительно окажется, что не будет так, то этот гэп будет закрыт. Австралиец. Давайте посмотрим, что у нас по австралийцу. Мы знаем, что австралиец остается под давлением. Доллар практически потихонечку позитив должен возобновиться. Так что снова мы рано или поздно спустимся ниже вот этого уровня 87.40. Когда это будет, зависит сейчас от индикаторов по США, которые публикуются каждый день. Если индикаторы будут хорошими, то мы очень быстро можем спуститься ниже этого уровня, и тогда позитив по доллару может усилиться, и мы можем дойти в преддверии заседания ФРС приблизительно уже приблизиться к этому ключевому последнему уровню. Но если индикаторы по США, по продажам новых домов, там, по опережающих индикаторов на следующей неделе, по Core Durable Goods, которые опубликуются во вторник, будут плохими, то, скорее всего, инвесторы и спекулянты по этой паре будут ждать на уровне предыдущей впадины, то есть на тех уровнях, на которых мы находимся сейчас, будут ждать заседания ФРС. То тогда практически этот сценарий вниз не сработает, и уже он может сработать после заседания ФРС. Если это понятно, ставим свои плюсики. То есть, если движение будет заранее вниз, зависит от ежедневных индикаторов по США, которые публикуются как и сегодня, так и
в основном завтра и на следующей неделе Core Durable Goods и Durable Goods. Доллар, японская иена. Здесь видно, что возобновляется вот этот восходящий тренд. Если кто-то заходил по этой паре во время впадины по этой формации, это должно было бы произойти на прошлой неделе. В среду, в четверг, когда меня не было, моя коллега Дарья Желанова, я ее попросил, чтобы она вам передала, чтобы не паниковать при плохих розничных продажах на прошлой неделе в среду. И если они будут плохими, они спровоцируют падение по доллару, которое предоставит хорошую возможность для покупку по всем парам. То есть она, я просто смотрел ее, она это сказала. Так что если кто-то действительно в это время или вообще в начале этой недели заходил по этим парам, как по швейцарскому франку, я поздравляю. Доллар, канадский доллар. Мы коротко обсудили вот эту ситуацию, вспоминаем, какова у нас ситуация. Вот тот более широкий диапазон. Давайте я с целью уберу вот эти уровни здесь, которые нам показывали. Вот эти уровни Fibonacci, где находится середина вот этого диапазона, который я просто сейчас делаю сам по себе этот... Сам по себе этот диапазон. Вот этот диапазон, в котором мы достаточно долго двигались с начала прошлого года, исходя из вот этой вершины. Вот он. Сейчас практически, если прояснится ситуация с канадским долларом, то есть почему Центробанк Канады поменял свою риторику, убрал вот это изречение, то есть мы не говорим, что он поменял свою риторику, просто почему они убрали это изречение, что они имеют в виду. Если прояснится ситуация, то тогда определится пара, выйдет ли вверх и идем ли к этим целям. Или, если этого не произойдет, скорее всего, это уже произойдет после заседания ФРС. Давайте я с целью здесь сделаю, что следующая неделя, 29 число практически. Пусть этот диапазон будет актуален до заседания ФРС. Потом, если будет ужесточение со стороны ФРС, тогда мы спокойно отсюда выйдем, или если до этого мы не будем находиться чуть вверх. Скорее всего, я не вижу никаких причин при любой статистике по Канаде, чтобы мы сейчас развернулись и пошли вниз. Таких видений у меня вообще нет. Максимум, как мы говорили, просто будем сохраняться в верхней части вот этого диапазона. Доллар, швейцарский франк. Я сохраняю свою сделку очень... Скоро буду передвигать свои стоп-лоссы. Если кто-то, как мы говорили, здесь заходил во время этой впадины при коррективном движении, поздравляю, я сохраняю свою сделку до вот этой линии. То есть где-то там уже буду закрывать свою сделку. Мы об этом говорили и знаем. Евро-швейцарский франк. Видно, что полностью в соответствии с нашим обсуждением, что здесь вообще не стоит покупать в ближайшее время, в ближайший месяц, насколько ли выгодно не выглядела вот эта пара, учитывая, что приближаемся к ключевому уровню. Момент входа он наступит, рано или поздно, но это не именно сейчас. Золото. Вот первые попытки такие для разворота вниз. Из-за хорошей инфляции по США никаких сомнений нет, если индикаторы по США, которые публикуются ежедневно, золото может пойти вниз снова, двигаясь к нижним порогам вот этого нисходящего канала. При хорошей статистике по США, то есть мы можем оказаться, что уже где-то здесь находимся. Или если вот эти второстепенные индикаторы, которые опубликуются сегодня, завтра, на следующей неделе, в понедельник, вторник, будут плохими, скорее всего, здесь будут вот такие откаты вверх, коррективное движение, в зависимости от того, насколько плохие американские индикаторы. И уже после заседания ФРС где-то там сформируется вот это нисходящее движение. Если это понятно, ставим свои плюсики. То есть, либо оно рисуется сейчас при хорошей статистике по США, или при плохой статистике по США, уважаемые зрители, будут такие откаты, и вот эта формация будет чуть-чуть попозже. Думаю, что это достаточно просто, элементарно и всем понятно. Какие у вас вопросы?
Прокомментируйте, пожалуйста, индекс деловой активности по США. Глухарев Михаил вышел, минут, это можно считать негативом. Спасибо. Первое, что хочу сказать. Никаких сомнений нет, что этот индикатор не настолько значим, так как это индикатор агенции Маркета. Мы об этом говорили практически на протяжении больше полутора года. Так что никаких сомнений нет, что этот индикатор, который публикуется Маркетом, не важен. Это второстепенный индикатор для американского доллара. Маркет, PMI, индикаторы, которые публикуют, они важны для Европы, для европейских стран и для британского фунта по Британии. А мы обращаем в основном внимание на этот индикатор производственный, который публикуется ISM институтом в США. Если это было понятно, Глухаров Михаил, ставим свой плюсик. Конечно, он слабый, видно, что он ниже предыдущего значения. Давайте посмотрим. Ниже предыдущего значения, ниже августовского значения. Но все-таки он не настолько плохой, как, например, если был по сравнению с уровнями, которые мы видим в 2013 году. То есть все-таки индикатор нехороший, но он неплохой. Он, скорее всего, некий такой нейтральный. Учитывая, что это не ISM институт опубликовал этот индикатор, я не думаю, что он настолько важен. Лично, по моему мнению, индикатор, вот этот опережающих индикаторов, он даже по значимости сегодня важнее, чем вот этот маркетовский индикатор. Есть ли другие вопросы? Если других вопросов нет, ставим свои плюсики. Если есть, задаем свои вопросы, если нет, ставим свои плюсики, и нам пора прощаться. Хорошо, вижу, что вопросов нет, то тогда потихонечку мы подходим к концу сегодняшнего занятия. Не забываем, что на следующей неделе будет заседание ФРС. И вот оно будет очень и очень важным практически для дальнейшей судьбы американского доллара. Что хочу сказать, сейчас только что вспомнил, вижу, что у нас есть еще 2 минуты до конца. Вчера вечером один из представителей Европейского центрального банка, господин Новотный, сказал, что пока ЕЦБ не запустил такую программу по выкупу корпоративных облигаций. То есть они пока еще не покупают корпоративных облигаций, по словам господина Новотный. Так что видно, что сейчас программа, которая запущена, она непонятная, она достаточно такая вялая, слабая, скорее всего. Так что пока нет никакой конкретики. Имейте в виду, что по большому счету в евро уже учтено некое количественное смягчение. И если вдруг там количество будет достаточно слабым, то причин для сильного падения евро нет. Но если, как мы и раньше говорили, они запустят программу и по выкупу корпоративных облигаций, и общая стоимость будет как минимум от 400, от 500 миллиардов евро, уважаемые зрители, это существенная программа, и тогда евро очень скоро протестирует эти уровни 1.24, 1.23, 1.20 и так далее. Так что мы сейчас именно должны быть начеку, потому что в любое время эта конкретика может появиться. Вопросов нет, тогда всем хорошего вечера, прибыльных сделок и удачи. С вами был Веселин Петков, Высшая школа трейдинга.